Всем привет, ребят. Сезон уже подходит. У меня осенью уже зашуршал подшипник. Я скинул ремень с кондиционера. Короче, гремит он нахрен. Нужно измудриться вот этот фишку скинуть. Такая вредная зараза. Иногда застревает, очень тяжело ее вытащить. Дальше. 4 болта на 14. Так как здесь у нас гидравлические шланги, то есть у нас позволяет им манипулировать. Вот мы попробуем все заменить на месте, так как кондиционер у нас заправлен. Я сейчас плотно тестирую смазки на сульфонат кальция. Посмотрим, как вот они себя зарекомендуют. Но убедился я одно, то, что водой они не вымываются, в отличие, чем вот этот там пихает гадость какую-то с завода. О, блин, он уже даже болтается. Ну, этому подшипнику ему сезон. Все, скидываем фишку, откручиваем 4 болта, вывешиваем. Короче, подвязал я его тут за вентилятор треничкой, трубой, чтобы угол был у меня. В общем, подлезть. Возьму на трещотку головочку, по трещотке просто стукну молоточком. Я думаю, он сорвет ее, открутится. Саму муфту мы вместо этого болточка сейчас там М8 нарежем резьбу, чтобы снять шкив и не мучиться тут со съемниками, со всей этой гадостью. Просто закручиванием болта, но, естественно, я его сейчас уже от руки, потому что он сходит. Вот, и он его выталкивает. То есть болт упирается в вал. И вот так мы его снимаем. Теперь нам нужно будет снять штопорное колечко. Так, колечко я снял. Берем самодельный съемник. Болт у нас будет упираться в вал. Так, шкив у нас снялся. Будем менять теперь подшипник. Я подобрал, хрен узнает, в общем, какую-то шайбу. В нее вот так вставляем болт. Если шкив ни разу не разбирался, у них вот здесь вот все набито керном. В общем, я их позбивал немножко зубильцем. Я его буду смело пытаться выдавить так. Шкив у них нежный, поэтому, ребят, поаккуратнее с ним, блин. Придется в тиски зажимать. Ребят, если плохо пойдет, обращайте внимание, чтобы уголком не загнуть бортики шкива. У меня уже так было первый раз по неопытности. Первый раз в любом случае придется либо бормашинкой выбирать, либо, как я, маленьким зубильцем потихонечку. Я их просто сопли все позбивал. И как бы на этом все. Я не знаю, что в нем такая за смазка. Но это, скорее всего, какая-то силиконовая. Короче, я решил удалить всю эту хрень и забить водостойкую сульфанат-кальциевую смазку. Ну, так примерно все это выглядит. Закрываем пыльники и переходим к установке. Немножко приживим подшипник. Немножко — это значит немножко, иначе молотком просто скалю и испорчу подшипник. Ну, естественно, берем самый хреновый сыромятину съемник восьмерочных подшипников. Обязательно нужно помазать поверхность. Далее центруем, естественно. Берем два ключика и дотягиваем его до упора. Как только дойдет, подставим подшипник, который мы вытащили, и им додавим. Дотянули до упора. Такого диаметра шайбы у меня нет. Да и хрен с ней. Не сел он у нас вообще там буквально 2 мм. Берем старый подшипник. Ну, принцип тот же. Прицеливаемся и дотягиваем его до упора. Главное, будьте аккуратны, чтобы бушный подшипник не соскользнул и не испортил пыльник. Как мы видим, сел до упора. Теперь берем керн, точки 4, набиваем. В общем, не стал я тут ничего изгаляться, так как подшипник у меня помазанный был. Я просто потихонечку так вот бил молотком. Он без проблем, в общем, сел. Сейчас поставлю колечко штопорное. Все, вкладываем обратно регулировочные два колечка. Сейчас немножко молотком сюда бьем и закручиваем болтик на 10. Потом проворачиваем, если муфта не цепляется, значит, все хорошо. Все, ребят, протягиваем, ставим ремень на место. Сейчас попробуем запустить. Надеюсь, муфту не придется повторно опять снимать, шайбы убирать, либо подкладывать. Так, пробный запуск. Так, ребят, сейчас машина холодная, у нее обороты будут завышены, но нам главное, что все запустится. Поворачиваем.
наоборот, большевато, еще раз говорю, машина не прогретая. Сейчас пусть поработает, должен отключиться. Муфта срабатывает, все хорошо. Пишите по данному поводу комментарии. Всем пока.